Привет, я Шок, и сегодня я стримил 8 часов, и посмотрите, что у меня творится с головой. Это прическа, называется. Headphone style. Друзья, сегодня вы увидите наши катки, которые происходили в матчмейкинге. Да, мы туда вернулись, и не просто так. Мы, пати 3000-х элла, я не в счет. Мы сыграли против глобалов. Настоящих гребаных глобалов. И если раньше это было круто, если раньше к этому люди стремились, то сейчас вы увидите, что это вообще такое. Что это за покемоны сейчас? А это именно покемоны, потому что это позор, кошмар, это смешно. Сейчас стремиться к глобалу — это то же самое, что стремиться к калашу. Раньше калаш играл лучше глобала, если судить сейчас именно с таким показателями, которые сейчас вы увидишь. Вот это, конечно, загнул. В общем, друзья, всем приятного просмотра. Не забывайте по-братски ставить лайки, а мы полетели. Да, и кстати, друзья, я тут заметил, что не все подписываются. Пожалуйста, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Это очень быстро, но ты будешь получать оповещение о каждом ролике. Это очень важно. Полетели. Я байчу на себя, я байчу, зарежешь? Давайте в прыжке только убивать. А, это последний, все. Прикинь, спрыгнет, короче, умрет. Если что, это сейчас мы играем против Global Supreme, проверяйте. Ну, зажал, кстати. Не пали. Должен? Да. Плеерон, тебе на кинь мотов на план. Тебя забавит так аккуратно. Ножи! Нееееее! Ура! Мы выиграли! Синеки — это, блядь, тактика бесконтактного боя! Он пробежал с ниткой, он упал. Фак, ты чё за рофл? Это глобал, господи. О, я знаю, я запишу, как играет глобал 2020. Ну, кстати, они стреляют. Пацаны, как только зарейсимся, выходите из игры, дисконнект. Фандер! Все, найс. Нет, да. Все, все, один остался. Так убить его, нет? Да, не-не-не, пусть убивает. Давайте камбэкать. Да стой, я жесть. Мы камбэкаем, если что, потом. Все. А, можно не... Да. Сука! Откуда Free Fire у него? Он не подходит, ему не нужно это делать. Ты понимаешь, что это глобалы? Клоуны, правильно говорят. У меня 1-5 остаться, это очень забавно. А что, можно так же скамбачить? У него вот подбор, вы слышали? Все, а сейчас ни один раунд не отдаем, 16-14 берем. Так, все, давайте, сейчас ни один раунд не отдаем. Пошли бэк контакт. Да иди, я на такой раунд с фаней. Сейчас 16-1. Б чисто, они забили на Б. Чай. Он движение дал, прикинь. Я ставлю. Кичен. Кичен есть. Кичен один. Убил. Давайте все вместе тут ходить, они могут что-то придумать. Попасть не смогу. Давайте все шорт, просто все шорт. Даже мид нету, я не знаю, что это. Челам вообще похуй. Воу. Бля. Тебя забанил, чё? О, чай, надо клоун. Вау. Ты с разворота своего попал. Я даю вам заряд. Я потом играю в компанию. Он с флешку кидает, а нет. Один, вы роплите! Я не знаю. А что за говноган? А как вы от них умираете? Я взял. Это подруб! Ну да, кстати, он... А это софт, он подрубил! Он подрубил! Да! Он подрубил, какой позор!
отличный ММ. Фул мусор, который еще и софт подрубает. Стойте, 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 киньте репорт все на него. Фак, это забавно. Ну, такой контент, чуваки, сейчас был. Столько рофу. Да, наводка наверх, наводка. Ты видишь, как он меня вырубил первого? Наводка и ВХ. Ну, и это вот глобал. Я тебе ход скинул, давай. Дешевый щит, кстати. Гуси и КТ. А там Авик? Да, там Авик, я только сейчас. Он так пикался, как клоун. Вот. Да, да, как дигл. Найс. Он еще меня спрашивал, а как мне этот шок он связался? На машине чел. У него опять Авик! Так, у него майнинг ферма. У него чит инжайн включен, ребят. Чит инжайн. Это матчмейкинг. Опять подруб? Тихо, на Тинаке, давай, ты 3000 ела, ты хочешь киберспорт, ты хочешь прокачку. Давай, объясни, зачем ты... Давай так, если ты сейчас выиграешь этот раунд 1 в 5, я тебе прокачиваю ПК ближе к осени. Давай, ты будешь в выпуске прокачка ПК номер 11. А можно не ПК, можно просто ему клавиатуру подарить, пожалуйста. Блин, чувак, ты сейчас 100 тысяч рублей потерял. Всем репорты.com. Да, хорош. Не, реально талантливый игрок, смотрите. Прям до того беги, понял? Вау, шорт. А ты сказал, что шорт, шорт. Я думал, блин, надо было сделать. У него пули вылетает, видишь, как он стреляет? Я всегда вам хотел показать эту фишку. Становитесь в угол этой тени. Целитесь сюда. Выходите. Мид. Флип сделал. Да, 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 да. Смотрите, пацаны, pre-fire, бэч. Вау, забей, чувак. То есть, получается, пузо сильно играет в хэд. На коврике я бы проиграл, на самом деле. А вот потом, прикиньте, люди заходят и спрашивают, а как глобал апнуть? А вот нахуй, ну, вообще. Типа, я... Сейчас огонь должен быть на эту кнопку. А я на корточках играю, Фандер, и чё? Педергаз, да ты. Давай, шок, переключайся на вторую передачу. Забей там на... Эй, я медленный какой-то! А, я на педаль нажимал, а это оказывается shift. Сейчас, сейчас сделаю. А на задней передаче можно поехать? А? На задней передаче. Не, сейчас попробую. Да, пошел. Пошла, поехал. Нет, нет. Если бы руль заработал, я бы вообще ебался. Фантер, покупай руль. Нахуй 240. Вместо баркачки ПК подари ему просто руль. Прикинь видос, просто шок приезжает, Фандер руль дарит, блядь. Да-да-да, и Фандер с рулем на ХЛТВ. Нет, понял этот... Руль на ХЛТВ, на руле. Руль и билет на Формулу 1. Представьте мне глобал дадут сейчас. Вот и конец ролика. Две катки мы сыграли, и два читера было в катках. Ребят, ну вы понимаете, что это такое. Ну и плюс эти игроки играли на уровне лемов. Ле. Которые были в 2018 году. Все очень плохо. Звания в ММ, они уже не работают. Поэтому будьте аккуратнее. И не воспринимайте звания в матчмейкинге как что-то нужное и интересное. Это ненужное дерьмо. Оно сейчас таким является. Просто играй лучше. Играй просто лучше всех твоих тиммейтов. С тобой был я, Шок. И становись лучше. Тренируйся перед играми на cybershock.net. Пока.